Журналистика, словесность, культура. Взгляд молодых исследователей. Тема довольно интересная, поэтому желающих поговорить о ней на студенческом форуме оказалось больше, чем планировали организаторы. 150 научных работ прислали студенты из 7 вузов республики и 2 высших учебных заведений России. Конференция «Журналистика, словесность, культура» впервые проводится в нашем университете по специальности журналистика, хотя журналисты у нас уже обучаются 4-й год. Проблемное поле конференции включает много вопросов, касающихся как специфики развития журналистики, теории и практики, так и культуры в целом. Информационное поле конференции особенно полно освещает основные аспекты работы журналиста – язык и стиль словесности, журналистика и художественная литература, типология современных СМИ. В течение 2 дней именно эти актуальные вопросы будут флагманами бесед и дискуссий участников научного форума. Кто-то на конференции выступает впервые, у кого-то уже есть опыт общения с публикой. Несмотря на это, студенты журналисты рвутся в бой, чтобы поделиться с коллегами своими наработками и обменяться уже имеющимся опытом. Я подумала, что все-таки все собравшиеся сегодня на научной конференции, они о журналистике знают достаточно много. Вот. И мне бы хотелось все-таки, чтобы они узнали от меня что-то новое и не совсем, скажем так, стандартное. Поэтому я решила рассказывать о том, насколько отличаются журналистские тексты от рекламных текстов и от пиар-текстов. Приехала, конечно, с мэтой познакомить людей, інших людей со своим докладом. Мой доклад вельми цікавий, он связан с становлением белорусского национального театра, менавіта адлюстрування этого процесса на сторонках газеты «Наша Нива». Шмат цікавих тем. И конференция – это не место, где треба сумовать, треба слухать, говорить. Ну, я отримала задовольнение. Журналист – это мастер слова, однако умение красиво писать еще не залог успеха. Особую роль в формировании настоящего профессионала играет его научная подкованность и осведомленность во многих, даже не связанных друг с другом научных дисциплинах. Поэтому подобные конференции – хороший способ пополнить копилку знаний и открыть для себя что-то новое, не менее интересное.